На часах 8 утра возле лицея номер 1 имени Пушкина уже многолюдно. Дети вереницей подтягиваются ко входу, стараясь не толкнуть ненароком другого. Впереди пост вахты с новеньким турникетом. Пройти через него, приложив карточку, увлекательный квест, к которому ребята уже привыкли. Вот так секундное дело, и учащийся оказывается по ту сторону турникета. Можно идти в класс. Удобно, и при этом есть уверенность, что в лицее никто и ничто не нарушит учебный процесс. А это главное, ведь меры безопасности уместны всегда. Пропускная система, безусловно, это очень удобно. Но основной плюс – это то, что мама никогда не переживает, где я. Она знает, во сколько я зашла в лицей, во сколько я вышла, и она знает, что вот я уже еду домой. Но минус – это, наверное, что… Иногда ты его оставляешь где-то в другой сумке, но все же это всегда очень удобно, и я считаю, это очень практичная вещь. Пропускная система позволяет предотвратить проникновение несанкционированных лиц в учреждение, тем самым сохраняя жизнь и здоровье учащихся. Действительно, турникет – нужная вещь в школах. А все потому, что у каждого до сих пор еще на слуху сразу несколько громких историй. Беларусь, Толбцы, 19-й год. Школьник напал с ножом на преподавателя и других ребят. Керчь, 2018 год. Студент-четверокурсник убил 17 и ранил десятки человек в колледже. И таких историй немало. А потому пропускной турникет, камеры важны и нужны. И в лицее Пушкина они есть. И ясно одно – просто так посторонние здесь не появятся. Когда на пути у любого человека есть преграда, он останавливается, и мы имеем возможность осуществить пропускную функцию, так, соблюдать, как говорится, нашу инструкцию о пропускном режиме. Во-вторых, это возможность осуществления контроля. Я вижу каждое утро, во сколько какой учащийся пришел, во сколько он вышел из здания. Я могу отследить, во сколько приходят на работу педагоги, что тоже немаловажно, потому как подразумевается, что в каждом учреждении есть журнал, где педагоги обязаны регистрироваться, записывать время прихода. То есть мы таким образом сокращаем бумагооборот. У родителей есть выбор, каким способом будет приходить оповещение. Можно пользоваться смс-оповещением, а можно скачать нами разработанное мобильное приложение. На сегодняшний день мы работаем по всей республике, более 100 школ сейчас используют наши пропускные системы. Свою деятельность компания «Инфопост» начала с родного города Бреста. 7 лет назад мы изначально установили в 4 учреждениях образования свои системы пропускные. А на сегодняшний день большая часть учреждений образования города использует наши системы. Казалось бы, это идеальный вариант защиты детей и контроля дисциплины. Остаются довольны все стороны руководства – родители, дети. Но нашлась и четвертая сторона – пожарные инспекторы, у которых появились свои вопросы при установке данной системы. Но и тут выход нашелся. В случае возникновения чрезвычайной ситуации эта система подлежит автоматической разблокировке. Мы можем нажать кнопочку и тем самым осуществить беспрепятственный выход из учреждения образования, так как калитки деблокированы. Вот есть доступ к выходу. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.